Первым советским вертолетом с газотурбинным двигателем стал огромный Ми-6. Винтокрылая машина, выпущенная в массовом количестве, являлась новым средством для переброски войсковых соединений и боевой техники и отвечала главной военной задаче тех лет – мобильному выводу войск из-под ядерного удара. Размеры грузовой кабины Ми-6 позволяли перевозить те же грузы, что и на транспортных самолетах Ан-12. Главное достижение коллектива ОКБ «Миле» заключалось в создании несущей системы этой невиданной по размерам машины, в то время как мировой опыт вообще отвергал принципиальную возможность создания винтокрылых аппаратов такого размера и грузоподъемности. Пятилопастный несущий винт имел диаметр 35 метров. Для передачи мощности от двигателя на столь большой винт требовался уникальный редуктор. «Милевцы» нашли изящное решение этой сложнейшей задачи. Нашли и оптимальную, с точки зрения центровки, компоновку всей силовой установки. Два двигателя разместили в верхней части фюзеляжа. Такое расположение стало классическим для всех вертолетов с газотурбинными двигателями. Впервые машина взлетела летом 1957 года. Управлял вертолетом экипаж летчика-испытателя Рафаила Каприляна. Я работаю с подбазой Лентон программ 3219. Максимальная грузоподъемность Ми-6 – 12 тонн. В 7 раз больше, чем у предшественника – поршневого Ми-4. Как ни удивительно, но Ми-6 являлся не только самым грузоподъемным, но и самым скоростным вертолетом мира. Он развивал скорость 340 км в час, чему способствовало установленное на нем крыло. За создание столь уникальной машины американское геликоптерное общество наградило Михаила Миля призом Сикорского. Для Ми-6 нашлось немало мест применения. Перевозка ракет к местам стартов, переброска воинских подразделений и техник. Весьма широко вертолет использовался при поиске космических спускаемых аппаратов. Ми-6 выпускался в варианте мобильного топливозаправщика, воздушного командного пункта, противопожарного вертолета. На многочисленных стройках вертолет использовали и как летающий кран. Самым же значительным на мирном поприще стал вклад Ми-6 в деле освоения нефтегазовых месторождений на бездорожных просторах Сибири и Севера. Буровые вышки специально для перевозки вертолетами делали разъемными, блоками весом до 8 тонн. Тяжеловозы таскали и трубы, и жилые модули. Нефтедобыча так важна была для государства, что в одной только Тюменской области работало до полусотни Ми-6.